Дамы и господа, я очень рад вас снова приветствовать в прохождении самой суровой игры под названием God of War. Меня зовут Некрос, и сегодняшнее путешествие затронет мир под названием Альфхейм. И, конечно же, очень хотелось бы поскорее встретиться с одним из кузнецов, потому что надо улучшать топор замерзшим пламенем. А зачем? Не только для того, чтобы повысить силу, но для того, чтобы прокачать очень важный навык. Это ярость Левиафана. Атака, которая имеет быструю анимацию, и при этом видно, что бьет по нескольким противникам и бьет явно довольно сильно. Так, а пока что исследуем новый мир. Это какие-то уже другие колючки. Это что-то непонятное. Мы не знаем, что это. Так, подожди. Штука-то прочная. Штука-то, может, и прочная, но не для Левиафана. Мне, конечно, невдомёк, куда делся Брок. Не знаю, почему так. Но очень надеюсь, что он скоро появится. А мы в любой момент наверху должны быть готовы к битве. Где ж наверху-то? Где ж наверху? Ого. А о! Это что? Это не наше дело. Соберись. Так, не отвлекаемся. Но это... Это какие-то воины Альфхейма. По анимации похожи на Вельву. Это они же, да, тут сражались? Что написано? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Смотрите-ка. Сундук-то закрыт. Вот этим, да? Ну-ка, убрал. Убрал отсюда. Так... Вроде бы ничего больше тут нет. А вот тут явно битва должна быть. Даже камера фокусируется. Да. Кто это? Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Это кто такие? Надо понять, что они делают. О! На. Тихо. Вроде бы не сильные. Ага. Давай. Сейчас. Талисман. О, смотри, его заморозило. Так, мы вроде бы... Луч. Давай, поехали. Удар щитом. Нет, это плохо. Удар щитом — это тут плохо. На. Топор. И щитом его не бьем. Эти воины... Мы ничего не делали. Будут еще. Да, по-любому. Вы знаете, эти воины... На удивление слабые. Я думал, будет гораздо все серьезнее. Фу, откуда взялась эта гадость? Не забываем, конечно же, использовать талисман. Мы же помним, за это дают опыт. Так, и я смотрю, блокировать их атаки не очень-то и нужно. А ведь мы прекрасно помним, о чем я говорил в предыдущем выпуске. О прокачке... сейчас скажу. Ответного удара, а потом ответного разгрома. Вот, видите, вот этот вот удар. Так, ну подожди. Ага, правой кнопкой нужно было, да? Больше пробивает. Так что я смотрю, их атаки не очень-то и нужно... Что-то сказал? Нет.
А, ладно. Ну, я со зрителями общаюсь. Неужели мы посетим все 9 миров? Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Муспельхеймская тайнопись. Ну, явно арена. Погоди, там неужели кузнец? Ну, наконец-то. Да, это Синдри, похоже. Метки компаса. Если компас стал золотым, значит цель где-то близко. Внимательно осмотритесь в поисках подсказок. Наконец-то, кузнец. Ну где ж ты пропадал? Здорово, дружище. Нужно отвлечься. Улучшение Левиафана. Да, вот о чем я и говорю. Так, улучшение Левиафан. Дружище, держи замерзшее пламя. На 15 единиц. А если все же дашь, скажи ему подольше отпускать старт. Новые навыки доступны. Так, а мы, может быть, можем выковать что-то более крутое? Защита. Ага, живучесть. Не, нам нужна атака. Волчья шкура, сила 8. Ну, понятно, что... Ой, защита 14, слушай. Так, подожди. А если мы нагрудную броню эту усилим? А, мы уже не можем ее усилить, да? Но при этом, если мы ее поменяем на... Ну, как можем, но нужно вот золото и гира. Если мы будем ковать новую броню, наплечник из волчьей шкуры, то мы в силе-то потеряем. Ну, в защите приобретем, конечно, да? Ну, вот, поэтому пока что не будем, наверное. Сейчас посмотрим, что здесь интересного. Сила, так, изогнутая рукоятка ярости. Ага, ага, ага. Так, ну в принципе, все у нас хорошо и так. Талисманы. А, вон талисман, смотри. Целебные ярости. Вызов ударной волны, наносящий умеренный урон от оглушения соседним врагам. Пассивный эффект. Восстановление здоровья при захвате оглушенного врага. То есть, если я сейчас этот талисман куплю, мне нужно будет полагаться на оглушающие атаки. А вы знаете, меня этот талисман весьма заинтересовал. А ну-ка, давай, возьмем. Так, выбрать. Выбрали. Сила стала больше. Спасибо, дружище. А теперь я смогу вот это прокачать. Номер 3, да? Так-с. Нажмите правую кнопку мыши во время бега, чтобы провести мощную атаку в прыжке. Вот, ярость Левиафана. Ну-ка посмотрим. Подожди, вот мы бежим. Нифига себе. Слушай, звучит круто. Подожди, я тут как бы это упражняюсь с новым навыком. Освободите лодку. Ну давай, сейчас, подожди. А, так это надо с другой стороны. А левой кнопкой мыши можно сразу все? Да? Что, опять морское путешествие? Тут какие-то жабки вон. Атрей, ко мне! Квакают. Смотрим, смотрим. Внимательно, не пропускаем. Стараемся, во всяком случае. Что сказал? Я молчал. Уже второй раз такая фигня. Ну ладно. Может, иллюзии какие? Почему ему слышится? Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Так, лампочка. Это для лука?
восстанавливающая роса Игдрасиля. Это что, дерево? Эпический предмет. Напиток из росы мирового древа, обладающий длительным полезным действием. Постоянное повышение восстановления на 2. Это прям в бою, да, им можно пользоваться? Весьма любопытно. Я ничего тебе не говорил. Опять. Странно, мне показалось, что ты... Так, что такое? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Очень странно. Я пока что даже не представляю, что это может быть. Какие-то существа, что ли? Так. Вроде бы ничего не забыли. Поплыли дальше. Поплыли потихонечку. Но мир, конечно, красивый. Даже не ждешь какой-то подлости от него, да? Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Не будем им мешать. Нас их дела не касаются. Не будем им мешать. У нас дела. Нам нужен этот свет, да, со столба. Да, тут явно битвы происходили не слабые. Погляди, наверное, это и есть храм. Озеро света. Так это получается, в каждом из миров есть свое озеро. Вначале было озеро 9, а тут озеро света. И тут куча всего. Смотрите. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Да. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота — это кровь его врага. Остальную часть души он теряет. На время или навсегда. Ты много знаешь про войну. Правда? Войны ведут по двум причинам. Ради выживания или выгоды. Хватит. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Ой-ой-ой. Смотри, блокирует. Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Началось. Так, поехали. Опа. Оп. Оглушил. Удар палача. На. Так, где они? На. Оглуша... В смысле? Ой, нифига, они против оглушения очень слабые. На. Фига, жестко. На, лови. Где ты? На. На. Сейчас мы с тобой разберемся яростно. Жесткие враги. Иди сюда. Ничего не дам сделать этим щитом. На. Неплохо, слушай. Вот это сражение. Так, что теперь? Вылечиться мы не можем, кстати. Вылечиться мы не можем, потому что талисман восстанавливается. Но! Но есть крутилочки. Так... Что-то получилось. Да. Кажется. Опа!
Сейчас мы... На, еще руну тебе. На. На, еще. Вот так вот. Лови. А, заморозился. Стреляют, стреляют. Вижу, вижу, вижу. Топор где? Стой. Опа. Но что-то не оглушается. Тут кто-то оглушается, а кто-то нет. Давай. Давай в ближний бой. Ну, смотри-ка, он это... А, надо блок пробить ему. Вот так вот. Да. Если нажать Q два раза... Потому что мы чужаки. Если Q нажать два раза, можно блок пробить. Теперь следующая крутилочка, да? Жалко, что нет этого... Лечилок. А руны не готовы, да? А вон готова одна. Стой. Если сложить вот так, похоже на руну. Это бессмыслица. Идем обратно к лодке. А они больше не будут атаковать? Найдите вход в храм. Свет Альфхейма. Что это? Что там? А, обратно. Ну-ка, давай посмотрим. Там-то мы не пройдем. А вот тут... Тут другое дело. Но мы обратно плывем. Что ты хотел рассказать про войну? Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Дослушали? Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Очередная загадка. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Так, руны готовы. Опять голоса. Мальчик. Это снова голоса. Но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Ну, загадка сама разгадалась. Ну тут вон они, смотри. Темные эльфы. Это мост, походу. Что мы нашли? Или нет? Что-то очень эпичное. Да. Те голоса. Я. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Ров священного круга. Этот другой. Какие рога? Назад, быстро. Так, поехали. Воу-воу-воу, атака. Ага, только ты не попадешь по мне этой атакой. Тихо. И удар палача. Ура! Где ты? Где вы? А, пробиваем. Надо пробить защиту ему. Вижу, вижу, вижу. Давай. На. Ага, все, попался. На. Попался. Ярость. Тихо. Не-не-не-не-не, я урон не получаю. Ничего не... О, он заморозился, отлично. Так, топор. А-а. Я тебя понял.
Отходим. И атака в прыжке. Вот она. На. И еще одна. Нифига себе жесткая. Атака палача. Ну давай, ударь меня. Я тебе покажу эту новую контратаку, которую я выучил. Будет он меня атаковать? Не, видимо, не будет. Он стал сильнее, по-моему. Да, он сильнее стал. Ну ладно. Ой, фига. Вы это видели? Уже можно идти. Ура! Не удалось мне контратаку сделать ему. Но противник и сильный, конечно. А вот талисман-то мы сейчас пока что поменяем. Часто мы не в сражении. Мы вот так сделаем. Чуть-чуть вылечимся. Что такое там опять? Не подходи к клеткам. А, почему тут какие-то... Они какие-то совсем дикие, что ли, тут. А клетки-то могут открыться в любой момент, да? Опасное место, слушай. Так, вазочки разбиваем. Во-во-во-во. Скоро ярость накопится. Так, внимательно смотрим. А, клетка откроется, видать. Готовься. Сейчас что-то будет. А, так это эти же, это драугры. Не-не-не-не-не-не-не, он это, мутирует или что там с ним происходит? Надеюсь, не зря. Это нам не надо такое. А-а-а. Ага. Ну-ка, подожди, а здесь что тогда? Маска? Нет. Серебро. Хм. А, тут вон оно как, да? Так, надо подумать. А тут, походу, по-хитрому надо. Значит, сначала топор летит сюда. Вот. А потом мы становимся вот тут. Да, 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 да. И чуть-чуть левее, потому что он правой рукой его ловит. И открываем сундучок легендарный, да? Так. Коготь Тьяцы. Сильная руническая атака. Интересно. Рубящий удар, запускающий небольшую вертикальную волну, которая наносит средний урон от холода. Угу. Смотрим. Нифига себе. Лед. Ну, мне кажется, наковальня-то помощнее будет. И урон. А, ну тут видишь, тут... тут и восстановление менее долгое, но и урон поменьше. Так, вижу крутилку впереди. А, и противники. На. Еще вот эту руну посмотрим. Так. Что такое? На. Ага. О. Так. О, нифига себе. Что жестко. На. Удар палача. Так, дальше. А, он со щитом. Я не могу попасть. Ладно. На тебе. А, эта штука еще попробуй. Попади. Нифига его заморозил, отлично. Так. Кто еще?
Зачеркнуто было. Все? Довольно просто. Оказывается, легкая атака после контратаки, она надолго ошеломляет вот этих вот бронированных каменных драугров. Так, а теперь, господа, открылся сундук, и нам надо руны искать. Ну вот одну я уже вижу там где-то, да, далеко. Где-то там. Но сперва крутилка. Только... А, вот здесь она работает, да? А, да. Этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Подожди. А, руна. Смотри-ка. Снятые печати. Одна из трех. Так. А остальные-то, наверное, наверху? Остальные-то наверху, походу. Нам надо, видимо, обратно возвращаться. А, не, смотри, вы видели? Хитро. Очень хитро. Тут была еще одна. Так, крутилка. Поехали. Руна, смотри. Еще одна. А, еще, о, вот как раз. Шикарно. Так, тут, наверное, будет рог для ярости. Скорее всего. А, не, яблоко. А рог мы, значит, где-то пропустили. Так, с этим понятно. А вот что у нас тут? Тут у нас еще сундук. Мы пока не знаем, как его добыть. Так, что нужно сделать? А нужно поменять коготь Тьяцы на наковальню Ивальди, потому что что-то коготь какой-то очень... Ну, очень слабый, как мне кажется. Так. Замораживаем. Идем. Идем дальше. Ага. Ты посмотри-ка. Ха-ха-ха. Хитро они. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Подожди, а мы же можем... Стоп. А что именно сейчас меняется из-за вот этой крутилки? Ага, а, ну-ка. Так, сундук мы... Теперь должны что, закрепить? А. Ну и отлично. Все-таки один сундучок мы сможем открыть. И... Что это? О, руна какая-то, чара. Разбитое сердце Альфхейма. Уменьшение урона от всех атак темных эльфов на 12%. Суммируется до 36%. Подожди, а чары мы можем менять без кузнеца? Потому что я помню, у нас какие-то прям очень сильные чары были, жесткие, прям лютые. Ну-ка, смотри, вот, Левиафан, правильно? А, не можем. Для этого нужен кузнец. Точно! Вот о чем я забыл. Чары же жесткие. Которые выпалит из этой, из... из огра. Че ты? Куда? Тут только сюда, если идти. Подожди, а тут это? Тут тупик, что ли? А, не, вон еще проход. Так, наковальню, ага, ага. Поменяли. Угу.
Ну-ка. Это мы тоже прорубили. Вот это разбиваем. Не понял. А какая кнопка-то? Ярость спартанская, да? Надо переключиться на другой язык. Сразу ярость, да? Ну давай. А, у него ярость не заканчивается. Зря они его разозлили. Ой, как зря. Бей, не бей, ничего не поможет. А эту битву проиграть невозможно. Я так понимаю, ярость скоро будет это уменьшаться. Но по сюжету этого не происходит. Еще? А, еще один. А он не может это к ним как-то телепортироваться? Держись, мальчик! Сражайся! Давай! Давай! Беги, сын! Эпично, как всегда. Он сильный. Он на Леона похож из Доты. Или мне показалось? Сразимся. На! На тебя. Раз, два. Ой, слушай. Слава. Давай, иди сюда. Удар палача. Ах ты. Ты чё, ты смотри, что делает? Где он? Очень слабо. А, тут еще. Он еще это. Не побежден. Спасибо. Несложно. Так, надо бы. Я так понимаю. То что-то активировать, да? Тут мост должен быть. А у нас магия эльфов же есть? Световая-то. О! Лечилка очень вовремя. Так, ну давайте осматриваться. Тут не перейти. Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет. Как не поможет? В смысле, не поможет? А там тоже не перейти, что ли? Да, смотри-ка, и сундук. Опа! Чуть не проглядел. Это не все? Ага, смотри-ка. А вот и вторая. Но он не может, да, еще по второй попасть? Потому что она мимо пролетает. А, не, попало, смотри. А, морозный топор, он тяжелее. И он вниз сразу же вылетает. Вот оно что. Все понятно. Все понятно. Так, нашли сталь. Теперь у нас получается... Только вот сюда путь открыт. Я там драугров слышу. Или этих эльфов. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Да не, она всяко живая, ведьма-то. Но она не могла просто вот так вот взять и это, и погибнуть. Она сильная так-то. Эта штука пока закрыта. Немножко напоминает локации из Дума, помните?
Не помню только, как называется. Угу. Угу. Вижу, вижу, вижу. Ну-ка. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Готовимся к битве, значит. Значит, свет тут всегда работает. Понятно. Ну, явно арена. Ну, да. Так, поехали. Я тут немножечко еще прокачал лук. Лук, вперед. Прости, я не готов. Атакуй. Тихо. Давай, теперь с тобой подеремся. Ой, да ну. Удар палача. Так, лечилки берем. Ух ты, нифига себе. Да ну. Ты тут еще? Прости, не могу. Опа, древний. Как можно убить камень? Бей в слабое место. А, это вот это что ли? Так, ладно. Я готов. Смотри, что-то выпало. Это можно использовать. Ага. Понял. А теперь нужно бить его. На. А, еще раз так же, да? Тихо. Надо его оглушить. Понятно. Давай! Еще раз нужно так его. Ой. А, эти еще тут. Слушай. А он же их-то будет бить, нет? А, да ну. Тихо, тихо, тише, тише. Мне кажется, надо сначала древнего победить. А потом уже этих. Я не попал, да? Да, я не попал. Выпала, выпала эта штука. На. Ага. А теперь тех побеждать. Но этих-то мы легко победим. Тихо. А, я не мог. В смысле? Да. Ой, я не могу это отбить. Серьезно? Тихо. Фу, за боль. Ишь ты, чё задумал? Иди сюда. Жесть. Ай, не попал, жалко. Ой, это плохо. На. Оглушение щитом. Два, он заморожен. Все, кажется. Научись действовать наверняка. Прошел. Это было нелегко, ага, вообще. Началось.
удалось. Ну, из древнего. Из древнего выпало что-то важное. Сердце древнего. Разбитое сердце Альфхейма. Так, это чары для доспехов. Угу. Сколько серебра, да? Обломки древнего. Крутые штуки. Ха. Еще и сундук. Еще ярость. Максимальная, шикарно. Но нужен рог. Буря... Подожди, буря Ньорда. Слабая руническая атака, стремительная круговая атака в ближнем бою, раскидывающая соседних врагов и наносящая им значительный урон. Как выглядит? Ну... Подожди, а как по урону? Вот касание хель. Урон совсем слабый. Ага, а вот это, кстати... Вот это, кстати, интересно. Но я так понимаю, что вот неуязвимости тут нет. Да, тут неуязвимости нет. Ну-ка, как это будет выглядеть? Ну-ка. Это еще и холодный удар. Мост открылся. Надо вернуться наверх. Вернитесь к мосту в священный круг. Но... Тут не только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Эти клетки могут открыться. И хорошо бы, потому что тут сундук. Хотелось бы его открыть. Но пока что они закрыты. Лук Атрея теперь наносит больше урона. Тик-тик-тик. А мы тут лечилку-то... Ага. Лечилки тут нет. Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Священный круг. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Так, подожди. А знаете, что еще надо бы? Прокачать накопление холода. Увеличение объема вечной мерзлоты, получаемого при каждом успешном ударе топором. Далее, давайте прокачаем командную работу. Это что? Атрей будет самостоятельно помогать Кратосу, заметив врагов в определенных уязвимых состояниях или нападения на самого Кратоса. Прокачиваем. Акробатика. Удушая врага, Атрей может применить серию приемов, если Кратос отбросит противника достаточно далеко. Свирепость. Атрей может выполнять верхние оглушающие атаки, когда враги находятся близко. Тоже прокачиваем. Так. А теперь идем сюда. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Ну не пошли, просто... Найдем другой путь. Не просто же так она тут... В смысле, мы включили мост для того, чтобы не попасть в дверь? О, лечилка. Гном. Синдри? Эй, ага. Синдри. Сюда. Гном. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Погоди, тут какой-то важный разговор. О, вы убили древнего? Древний, да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да.
Опа, опыт получен. Из-за разговора, значит, разговаривать тут очень важно. Сегодня я художник. Так. Угу. Очень сильно повышает живучесть. Нам надо чисто... Уху-ху, а плечи древних, смотри-ка, третий уровень, много силы и очень много защиты. Сопротивление, яду, холоду. А нам что надо-то было? Надо было, во-первых, чары посмотрим, создать обычные чары. А, ага, они ограничены, да? Замерзшее пламя. Нам надо это. Поменять чары. А давайте-ка мы талисман целебной ярости улучшим. Но тут, видите, надо тогда прокачивать удары щитом, которые наносят много урона от оглушения. Иначе какой смысл в этом талисмане? Угу. Так, выбрать. Хорошо. Так, чары, чары, чары. Значит, меняем тут. Меняем вот тут вот. Символ угрозы мы меняем на разбитое сердце Альфхейма. Угу. Так, здесь мы добавляем... Пояс из кабаньей шкуры. Мы добавляем что? Символ истины. Повышаем силу и силу рун. Так. А вот здесь символ дерзости, да? Это что? Это восстановление, да? А мы защиту повышаем. Ну вот как-то так, наверное. Да. Так, сохраняемся. Господа, надо поднакопить немножечко серебра, потому что... Смотрите, тут есть простые рунные одеяния, которые позволяют Атрею искать камни здоровья при ранении Кратоса. И вернемся к тебе. Внезапные аптечки. Ну ладно. Заходите, если что понадобится. Так, погоди, я вижу там какую-то пещеру, но сначала я хочу посмотреть, что тут. Тут вроде бы тупик должен быть. Снова колокола. Угу. Видно, рядом нарнирский сундук. Да. Да ну. Так, ну давай смотреть. Значит, один колокол здесь, один там. И один... И один где? А вот третий колокол я почему-то не вижу. А, так он здесь. Теперь надо в них быстро позвонить. Мы справились. Отлично. Но это уж точно рог, по-любому. Да. Только... А, третий. Вот и ярость увеличится, значит. Максимальная ярость повышена. Угу. Ну, а теперь вновь к кузнецу. Ну, не к самому кузнецу, а мимо кузнеца. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? Так. Эй, как Синдри нас обогнал? Он и второй синий передвигаются быстро. Хм. Они вообще загадочные. Уа! Ну, конечно. Господа, а я тут прокачал кое-что весьма интересное. Это называется
правосудие стража и еще дополнительная его атака, которая наносит огромный урон от оглушения. Смотрите. Правая кнопка мыши, а потом еще раз правая кнопка мыши. Звук жесткий, конечно. А вот как раз и эльфы. Так, надо этого бить. Он же вызывает новых эльфов. На. Ура. Так, а теперь ты. Сейчас мы попробуем. На, урон до глушения. Видал, чё? Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Нифига жестко. Да, точно. Жесткий скилл. Так, но мы потратили ярость. Что тут? Это надо открыть как-то, да? Вижу. О, тут несколько. Тик. Отлично. Отлично, так, сундук открылся. Сталь. Так это не все. Тут еще, смотри, что есть. Тоже предмет какой-то. Серебро. Так, ну вроде бы тут больше никаких секретов нет, поэтому бежим дальше. А это кошмар, что ли? Почти готов. Да. Отец, тихо. Там еще что ли? А, да, реально. Еще один. Ничего себе их тут, смотри. А, еще один. Подожди. Где мой левиафан? И руну давай. На. Сейчас мы тебе щитом настучим. Ой, да ладно. Жесть, а где он? На. А, ну они как-то от оглушения не особо урон получают. Да. Да. Небось красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Похоже, что эта атака против темных эльфов не сильно эффективна. Против них Левиафан эффективнее. Понятно. Что-то и здоровья совсем нет. И лечилок нет. Ого! Вот это впечатляет! Подожди. Так. А где? А где разблокировать сундук? Я пока не вижу. Ага. Но это не... Это сундук не разблокирует. Надо искать. Где-то вот... Где-то тут. А, смотрите-ка, я еще вон что пропустил. Оказывается. Может, еще где-то тут? Не? Да не, вроде бы нет. Надо повнимательнее быть. Читай.
От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли. Ну-ка, легенда. Так, а вот где этот сундук открывается, я пока что не вижу. Может быть, там. С этой стороны он откроется. А, ну, наверное, вот. Нет. Значит, где-то еще. Да, еще где-то. А где? А, да ну. Даже вон там еще. Смотри. Там три штуки, да? Все. Разрушили. Отлично. Так, сначала сундук откроем. Ой, лечение надо срочно вообще. Атаки щитом оказались не особо эффективными. Рунный воинский пояс. Угу, повышает силу рун. Но мы пока полагаемся больше на силу. Хотя рунные атаки используем. Так, смотрим. Давно я, кстати, птиц не видел. Их прям нет нигде. Не понял. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Интерьер священного круга. Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Так, а... Ага, сюда. Так, о, тихо. Поехали. Руна. Атака. Так. Давай. На. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не. А, ты посмотри. То есть я ему даже не прерываю его атаку. На. Он усиливался. Воу-воу-воу. Так, а почему я не отскочил? Так, надо пробить защиту. Подожди. Пробиваем защиту. Тик. Топор. Ага, ты еще, да? Ох, ты какой хитрый, ты посмотри на него. На тебя руной. Что теперь? Свет уже рядом. Ищи, где войти. Так, вазочки. Лечилки не забываем. А эту как открыть? А, все, открыли. Замораживаем.
И второй мост откроется должен, да? Сработало! Угу. Мосты появились! Отлично. Так, включаем этот талисман. Интересно, сколько раз мы уже талисманы использовали? Должны же опыт дать. Тебе нужен целебный камень! Да надо бы. О, да но. Листа! Пока нет. Ну-ка, подожди. Берегись, отец! Это с кошмарами этими аккуратно. Ой. Я не готов. Аккуратно. Все вроде бы, да? А, из них, смотри, лечилки. Да, кошмары опасны, конечно. От них сложновато уворачиваться. И на этом, пожалуй, пока что все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на плейлист в описании. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы включать уведомления YouTube и не пропускать новые видео. Но уведомления YouTube не всегда работают, поэтому каждый день вручную проверяйте канал на наличие новых видосов. А если хотите поддержать мое творчество на YouTube донатом, то ссылка в описании. Всем хорошего настроения и всем пока!